Алена первой из своей семьи решила поставить прививку от коронавируса. Про теории заговоров и массовое чипирование девушка слышала, но признается, у нее адекватное отношение к прививкам. Перед Новым годом Алена позвонила в больницу, и вот спустя 2 недели ей ставят тот самый спутник ВИ. И с медиками пообщалась. Разное двоякое мнение. Но я считаю, все-таки риск, что пострадают кто-то близкий, да, это гораздо более серьезный риск, чем там какие-то возможные последствия от прививки. Массовую вакцинацию гам-ковид-вак в Алтайском крае начали в конце декабря. Она продолжалась в праздничные дни. На сегодняшний день спутник ВИ поставили уже более 2000 жителей региона. Еще 500 поставили вторую, финальную прививку. В основном это люди среднего возраста, 40-60 лет. Противопоказанием является это острые заболевания вирусные на данный момент, беременность, грудное вскармливание. Переболевшим людям, которые переболели ковид и пневмонией вирусной, вакцинация разрешена через 6 месяцев после заболевания. В Барнауле новую вакцину ставят только в 2 точках – в больнице номер 1 и 9. У препарата особые условия хранения. Здесь прививают всех жителей края, которые могут добраться до поликлиники. А в целом в крае прививают от вируса всего в 3 городах – в столице, Бийске и Рубцовске. Данная вакцина гам-ковид-вак хранится в морозильной камере. Температура хранения минус 18. Мы можем использовать для хранения вакцины то оборудование, которое используется для хранения препаратов крови. 80% территории у нас на сегодня имеют такое оборудование. Ну и, соответственно, за 30-го нам поступило еще 10 морозильных камер, которые мы раздадим приоритетно в поликлинике городов Барнаула и Бийска. И выйдем уже на массовую вакцинацию не 4 учреждениями, которые у нас сейчас вакцинируют, а полностью всей сетью первичного звена. То есть 92 учреждения будут участвовать в вакцинации населения. На сегодняшний день в регион поступило около 13 тысяч доз «Спутник ВИ». В ближайшее время придет еще почти 100 тысяч доз. Кстати, в некоторых поликлиниках очередь на вакцинацию уже расписана до февраля. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.